So hi guys, today we're working with cover up and I will cover big black tattoo and I will cover with space and tiger, and we choose the picture to cover all of dark parts of all tattoo. And I want to say to you that the important part of good new tattoo to cover all tattoo, this is the choose the picture which you will use in for cover. Для начала мы начинаем работу с того, что переводим трансфер новой татуировки на старое изображение. Здесь важно попасть самыми темными частями нового эскиза на самые темные части старой татуировки. Обязательно проверить, чтобы все правильно отпечаталось. После этого фрихендом я дорисовываю несколько планет, которые будут служить фоном, галактику и еще некоторые детали, которые дополнят фоновую часть нашей татуировки. Теперь я располагаю трансфер так, чтобы он правильно лег по анатомии тела, поскольку на плече у нас есть несколько мышц. Одна продолговатая, другая круглая. Для того, чтобы не исказилась морда тигра, мы располагаем трансфер правильно. Также я не случайно выбрала изображение морды тигра в три четверти, чтобы глаза смотрели вперед. Когда я располагала морду тигра, я немного повернула ее по диагонали, чтобы один глаз был выше, а другой ниже, и это подчеркнуло форму тела. Также галактика и планеты также подчеркивают анатомическое строение руки. С обеих сторон от морды я сделала фон, чтобы голова не просто висела в воздухе, а была вписана им изображением. Работу с перекрытиями я начинаю снизу вверх, поскольку если я буду двигаться сверху вниз, как я это делаю обычно, когда работаю на чистой коже, я сотру трансфер и будет совсем непонятно и не видно рисунок, поскольку разметку бладлайном здесь не сделать и ее не будет видно, значит двигаемся снизу вверх. Начиная работать с красками, я начинаю работу с больших цветовых пятен, выбирая сначала самые темные. И когда я закрываю самые темные пятна, после этого я начинаю работать с более яркими. Работая с темным пятном и работая с темным цветом, я его растушевываю в несколько сторон, чтобы потом заходить на эту растушевку более светлыми тонами, и градиент получался более мягкий. Так я работаю с галактиками, например. Сначала наношу очень темные цвета, немножко их размываю в сторону с помощью более светлых оттенков, и после этого наношу более яркие оттенки на эту растушевку, и получается еще более плавный градиент и более интересная цветовая гамма. С помощью наложения цвета на цвет, цвет получается более глубоким, и вместо, допустим, просто синего я получаю пурпурный, если наложила сверху розовый. Цвета получаются более глубокие, нежели просто наносить его в один тон. Есть такой прием лессировки в живописи, то есть его точно так же можно использовать здесь в татуировке. Как вы видите, сначала я отмечаю самые темные тона, которые помогут изобразить рисунок. Когда я работаю на темной татуировке, на старой, я отмечаю те части, которые помогут мне не потерять картинку и не потерять рисунок, а также не упустить детали. А затем уже наношу остальные цвета, которые дополняют картинку. И в самую последнюю очередь мелкие детали типа звезд и прочих мелких дополнений к картинке. Какие-то разводы, может быть, белый цвет. Белый цвет я кладу в самом конце, и заканчивая рисунок, я к нему уже не возвращаюсь, к этой части тела. So I want to show you the result of yesterday. We are working 2 days. The first day we make the half, maybe a little bit more. Now we should to finish this part, is more difficult part and with more details, the tiger face and the old tattoo cover. But I really love this look. I love this place. This is my favorite place of this universe, and also this planet is so. And I want to show you, you see it every time when you are asking how I work in 2 days,
in a row with one tattoo. I want to show you. So this is now, this is the liquid of your body, and you should to delete every time everything with paper and with water. Why? If you stay this on his skin until the evening, for example, without cleaning, tomorrow it will be a scars, because when it's dry, I want to show you. If it's dry, you see this place, the liquid dry, make your skin dry, and tomorrow it will be a scar. Now I will delete all liquid of body, clean everything, and we will continue. So also, this is normal when you have a little, when your body stay a little bit more after one day of tattoo, because all when you're working, all the pain coming in this place. This is okay, but you should to work with attention and not damage skin too much, because it's if you will damage skin so much, it will be heal it with problem. Okay, let's start our second day.